Вырастить ребенка здоровым и счастливым – главная цель каждого родителя. Обязанность родителя – обезопасить жизнь и здоровье своего ребенка, начиная с первой минуты его появления в доме. Знакомство детей с окружающим миром начинается из окна квартиры. Пожалуй, каждый родитель вспомнит, как вместе с малышом на руках разглядывали улицу за окном. Когда ребенок начинает ходить, оконный свет так и манит его залезть на подоконник. Как не лишать детей такой радости и обезопасить их от возможной трагедии? Ведь именно окна в последние годы являются причиной несчастных случаев с детьми. К сожалению, печальная статистика свидетельствует о том, что за период с 2016 по 2019 годы имели несколько случаев падения детей из окон со смертельными исходами. Как свидетельствует следственная практика, все эти случаи имели место из-за того, что дети оставались на короткий промежуток времени без присмотра родителей, а на окнах отсутствовали специальные защитные устройства. Помните, современное окно маленьким ребенком открывается очень легко. Окно с москитной сеткой особенно опасно для ребенка, так как крепления ее сделаны из тончайшего хрупкого пластика и ломаются даже при малейшем надавливании. Не оставляйте ни на минуту детей в комнате с открытыми окнами. Сделайте окна безопасными для ваших детей. В детской комнате ребенка можно легко поменять старую оконную ручку на новую со встроенным замком, ключ от которой должен храниться у вас. Такая ручка Рехау предотвратит не только самостоятельное открытие окон детьми, но и несанкционирование открытия окна снаружи за счет запатентованного противовзломного механизма Секустик. Важно, что с такой ручки при необходимости проветривания вы сможете откинуть створку окна. На кухне часто приходится открывать окно настежь для комфортного проветривания. И даже в этом случае открытое окно можно сделать безопасным для детей, если установить на него защитное ограждение. Для установки такой решетки не обязательно обращаться к профессиональному монтажнику. Вы можете установить ее самостоятельно. Она легко снимается и открывается, не препятствует установке москитной сетки. Более того, она добавит индивидуальности и функциональности вашему окну, если вы разместите на ней хашпо с цветами или мини-огородом летом, а зимой – кормушку для птиц и маленькую елочку. Теперь я могу спокойно заняться своими домашними делами и не переживать за своих детей. Какое устройство лучше для безопасности вашего ребенка, выбирать вам. Оконная индустрия давно позаботилась о наших детях и предлагает различные устройства для безопасных окон от 350 до 3500 рублей. А проконсультировать вас и помочь в выборе всегда рады авторизованные офисы продаж Рехау и Евроокна дома в городах Чувашии и Мариэл, Ульяновской и Нижегородской областях. Контакты авторизованных офисов смотрите на официальном сайте rehau.ru. Помните, безопасность детей в ваших руках.